И всем привет! Вы на канале Травка ТВ. И сегодня я снимаю продолжение вот этого маленького сериальчика. Ну что ж, и давайте начинать. Так, дочери, кто это с вами такие? Какие-то вы подозрительных привели котов. Это наши мужья. Да. Представьтесь, пожалуйста. Мы не репетировали, но попробуй. Я типа принц кошанных. Я принц кошкиных кошанных. Так будет. Кошкиных островов. Ясно, такие острова есть. Какой кошмар. Нас во всем мире не знают наши острова. Ну, хорошо. Ну, выглядишь-то, конечно, не похож на принца. Что же, он же еще не опытный, как я. Я же тоже на королеву не похожа. И принцессу. Да. Ну, хорошо. А это кто? О, я тоже принц. Кошкиных островов. Я его, так скажем, старший брат. Меня зовут Алмаз. Да, ты вот больше похож на такого элитного. Так, скажите. Так, скажем, кто кого любит? Так скажем, просто мне, так скажем, вы же знаете, что я король, и у нас выйдет замуж, ну, так скажем, и станет королевой. Это Китти. Просто у меня акцент немного другой. Да, мы знаем. И ей нужен, так скажем, по этикету, не муж, точнее, ты. Я он. Поэтому меняйтесь-ка. Нет. Не надо. Да, не надо. Так, приказом короля я вам велю. А мы принцы, и мы не хотим, так скажем, подчиняться вашим законам. И вообще, да, как-то странно, да? Алмаз, да, странно, господи, как я боюсь. Подождите-ка, вы Алмаз, а вы Бази. Да. А ну-ка. Так, мой охранник. Да, ваше величество. Я хочу эти сережки снять, а то они все равно сейчас не нужны. Господи, что-то мне кажется, сейчас будет плохо. Да ладно. А ну-ка, как вы, скажете, не видели ли раньше этих котов? Блин, вот этот серый подозрительный и черный. Так это же наши коты с помойки. Что? Подожди, да? Это обманщики, они не принцы, они коты с помойки, ваше величество. Молодец, получишь зарплату. Ю-ху, поеду на море. Да неправда, а ну-ка снимайте короны. Вообще, это корона наших дочерей. А, это на мне была девчачья корона. Так вы их знаете, значит. Так, я же говорю по правилам, ты же у меня умная дочь, по правилам тебе нельзя жениться, а вот я хочу. Так нельзя. Я сказала, что я хочу вообще. А моя сестра, да, прочитать нотацию. Мы все произошли, так скажем, не от элитных кошек, а от обычных. Ну, будете вы мне сейчас нотации читать. Так, все живо, так чтобы убрались отсюда, давайте одного из моего замка.
Фу, блохастые. Ну, я же принцесса, я имею власть. О, я лучше отойду. Поэтому я ухожу из этого глупого замка. Да ладно, уходи. Алиса, ты будешь новой королевой. Что? Здорово? В смысле? Я думала, ты со мной. Ты понимаешь, просто мне это хочется быть королевой. Да, я согласна на все. Ну и ладно, предательница. Я согласна быть королевой. Вот. Еще посмотрим. Бази. Я сказала, иди сюда. Да, здесь. Алмаз где? Уже ушел. Блин. Может, он бы вразумел Алису. А что, где Алиса? Кстати, мы не уходим. Алиса захотела стать королевой. Ха-ха! А Алис даже опыта нет. И что? Да, не слышу. Ну, ничего. Найди алмаза. Зачем это тебе нужен алмаз? Я сказала, найди его, чтобы мы вместе ушли жить к вам. А у вас там элитненький район. Ну, в принципе, удобства есть. А, да, вы меня искали, да? А, Алиса, идем. Я... господи, что? Я не буду с вами жить. Не, конечно, я, честная сестра, хотела быть, так скажем, быть королевой, только потому что не жить в таком ужасном месте. Но я же говорю, что я умная. 50 раз. Ну, хватит. Поэтому можно обустроить ваш дом нашей мебелью. Да, кстати, мы можем мебель нашу перетащить. Угу. Так. Ну что ж, пошли, сейчас все обустроим. Давайте пойдем. Так, ну что ж, девочки, это что-то типа вход в наш дом. Да, это старое такое дерево, это вообще был дом, но, так скажем, дерево выросло в доме. Ну ладно, мы сейчас все обустроим и посмотрим. Ну вот, как выглядит наш дом. Здесь я стою, а здесь я. Конечно, для вас, девочки, это, как сказать, что прям самое худшее. А мне тут даже очень нравится. Что? Я не хотела, честно, быть принцессой, поэтому... Вау, здесь круто. Ну, мы, конечно, нашу комнатку. Это будет комната царская, поэтому это чья комната? Ваша. Да. Ух ты, я впервые в жизни на кровати. Ого, как интересно. А это что такое? А это что такое? Что за ёж? А это игрушечный. А это что такое? А, ну это для них спальня. Да, у нас тут есть балкончик, вот такой балкончик, поэтому у нас тут книжки есть, если вы любите читать. Тут у нас стол, где мы едим, а тут мы можем помыть посуду, ну и помыться. Ну, условия, конечно, не совсем, чтобы прям супер, но да, сойдет, прикольно. Так, сейчас. Ну что ж, очень даже и ничего, мы здесь будем жить. Да, сейчас пойду в комнату нашу. А, это моя спальня. Хорошо. Ну, вообще, я тут обычно спал, ну давай я вот так вот с тобой тут буду спать. А, не могу. Вот так. А, сейчас упаду. Нет, у меня вот здесь будет спальня, вот. Только надо головой именно, чтобы... Вот, да.
почти что пролез. Говорят же, что кошки везде пролезают. Ну ладно. Ты пока остальная, я потом пойду. Угу. Давай пока посмотрим балкон. Ехал, какой у вас красивый балкончик. Там даже... Ау, больно. Да, конечно, чтобы тут, так скажем, жить, то нужно научиться лазить по деревьям. А я не умею. И я тоже не умею. Я уже спать хочу. Что? Так. А, значит, вот вам небольшая такая экскурсия, как мы тут жили. Здесь мы, ну, спим, конечно. Я тут спал, он там спал. Здесь мы смотрим за другими. Что они там делают? И часто падаем. Да, шикарненько. Здесь мы смотрим наш, не падай, пожалуйста, микроскоп. Ну, он такой не очень рабочий, но тут можно просто поставить. Там что-то вижу, какие-то звездочки. Да, здесь, конечно, нужно полюбоваться видом. Поэтому балкончики у нас есть. Ну, у нас в дворцах они вообще золотые, у нас деревянные. Так скажем, вон до той части, это вся наша комната. Спали, ну ты знаешь где, вот у нас тут книжки, как мы ели. Значит, садимся на вот эту вот штуку. Вот. И вот так. Вот так как ты у нас принцесса, тебе достается вот это вот сиденье. И сидишь ты вот здесь. Ну, неудивительно. А так как у нас, ну, все же, хоть мы и, так скажем, все же в доме равны, то я все равно, так скажем, король и буду вот здесь вот сидеть. А, да, у вас все королевское. Ой, столик, господи, как у вас тут, конечно, все неудобно. Да. Итак, мы будем жить. И подписывайтесь на мой канал и ставь лайк. Всем пока-пока. Если вы хотите продолжение, то напишите в комментариях. Всем пока. Пока-пока. Пока.